Друзья, я снова в Калужском бару. Сегодня 14 ноября 2002 года. И смотрите, что я нашел на этот раз. Это тоже яма, тоже сруб. Видно, что это обложен бревнами квадратного такого сечения. Очень интересно. Возможно, это был колодец. Потому что, ну, я так думаю, для погреба слишком маловато. Вот кто-то туда уже эти палки запихнул. Надо посмотреть. Какой они длинный. Какая там глубина. Нет, не получится. Хотя небольшая глубина. Похоже, этот колодец заилен.